Второе число мы на реку пошли. Да. Васильич, подкачайте пока лодку, я за аккумулятором схожу за запасным. Давай. Вот. Пошли сегодня с утра на рыбалку. 8 часов утра уже. Вот что у нас на данный момент покошено. Вот, кто постоянно смотрит мои видео, помнит, что месяц назад эта черемуха цвела. Сейчас уже завязались ягодки. Ну вот, вот, вот. Ягодки завязались. И все, и вся деревня заросла травой. Видите? Вот овчарня. Вот дом Ховановых. Здесь дом Светы Чутиновой. Как выяснилось, там он осталась задняя часть дома. Я снимал ее весной. Вот видите, какая трава. Иван-чай. Это сплошной Иван-чай. Вот оно, чистое небо. Кукушка кукует. Считает. Вчера тут два раза на машине прокатился, чтобы дорогу промять. Кто-то тут тоже ездил. Не знаю зачем. Не знаю. Броду не лезь в воду. Но это не мы. Всю Мохотур, наверное, смотрел свои угодья. Иван-чай скоро зацветет. Запах вообще. Вот она, улица. Все, дома совсем пропадают. Там река, куда мы идем. Очень жаль, конечно. Какие-то парни, похоже, лодки наши качают. Ты очки взял, да? Очки взял. А я так не взял. Как хорошо. Какая лепота. Сейчас пойдем. Как наловим, как порыбачим. Как порыбачим. GoPro стоп идем.